Привязалась это, привязалась стоцкая это. Клепоцкая все мне пишет и пишет смс-ки. Ужас, клепоужас. Привязалась, пишет смс-ки мне. Ну пускай, не хочет петь, не надо, ужас. Песню споганила, Скорповскую, на новой волне, где она там пела, писклявым голосом. Сама виновата, не умеешь петь, не лезь. Петь надо гортанно, научиться петь, а не писклявым голосом, как кокетка. Хочешь быть девочкой, будь. Деловая нашлась. Стоцкая замучила, все пишет, это Стоцкая рыжая, что с Киркором. Мне присылает эти, Валь, присылает мне эти смс-ки. Ужас, как вы поете, иди почитай. От Стоцкой. Что ей ответить? А вы скажи, все одинаково поете? Ну, я ей предложил, говорю, давай со мной песню запишу. У вас не... Я, например, даже не знаю, кто такая Стоцкая. Ну, рыжая Стоцкая с Киркоровым. Потому что они все одинаково поют. Понял, писклявые голоса. Все они одинаково поют. Гортанна не умеет петь. Песню, вон она спела на новой волне. Пискляво. Как пискля. Сейчас нету таких певцов, которых бы я могла узнать, как раньше. Вот именно, пискля. Она спела, я сказал, вы испортили, поганили песню. Скорпионс. Деловая. И она мне ответила, ужас, клепужас. Правду сказал, правильно? Все. Что ты говоришь, не слышу? Вот ей колет, вон она. Вот она прислала рыжую свою фотографию. Посмотри, иди.